Вы сделали революцию в Израиле, используя гомеопатию при родах. 20-25 лет назад вы стали эту практику. Даже более давно я начала практиковать. А что, гомеопатия работает в родах? Это шутка или вопрос, Роман? Это вопрос. Гомеопатия великолепна. И у меня огромный опыт. Особенно однажды в субботу вечером у меня был потрясающий опыт. Гомеопатия – это невероятный метод, который я практикую 37 лет уже. 27 лет я именно в родах понимаю. Раньше я принимала сама роды. Это, извините, я думаю на хибрю. И были роды в домах, и роды в машинах, и роды в лесу. Я принимала разные роды. И самое главное в моем опыте это женщины после 3-4 кесаревых в прошлом могут спокойно разродиться. И вот, например, даже помогла разродиться женщине, у которой в прошлом были 4 кесаревых сечения, она родила близнецов, каждый из которых был 4 килограмма массы. Это были естественные роды с помощью гомеопатии. Гомеопатия великолепна. Гомеопатию надо изучать. Колофилум, цимицефуга – это потрясающие препараты. Одним словом, за эти годы я поняла, что пульсатила, которым говорят, за эти годы я использовала всего один раз. Пульсатилу один раз всего за 27 лет практики. Поэтому вам надо написать книгу, поделиться вашим опытом.